Всем привет, дамы и господа, меня зовут Алексей, мы продолжаем прохождение игры Rim 2 Total War. Ну что, вперед из песней. Осталось нам тут, в принципе, не так уж много. Сейчас разобьем армию молнии Реи, которые, видимо, пытаются воссоединиться со своей армией, основной бригантией, находящейся. Уничтожим их отряды, ну и потом спокойненько пойдем на их город. Вперед! Понятное дело, что они отступают, но не так все просто. Уничтожить их. В расчете итогов, да, уничтожим. Да, отлично. Отпустим пленных. Глядишь, и наемники у нас. Да, тут и наемники есть. Правда, наших спартанских, допустим, гоплитов или тарантийской конницы наемной, конечно же, нет. Так, возвращаемся в город Рацил. Мы остановим чуть-чуть армию. Хотя, с другой стороны, можно уже ее и вот здесь восстановить. Я думаю, этого достаточно будет. Одной армии, понятное дело, туда идти не очень хочется. Сейчас убийцы циклопов, наверное, еще помогут нам. Тут у нас агент. Угроза уничтожения рвения рок, это знатный человек, да? Пропаганда, убийство, проказ, культурная пропаганда. Давайте да, культурную пропаганду вольем. Кстати, что у нас по культуре здесь? Греция растет. Она, в принципе, будет и так расти, даже если буду в армии. Но за несколько ходов нужно будет добраться до бригантии этой армии. Что у нас с агентами? Вот этих ребят я создал, чтобы вооружить свою. Укомплектовать, я бы даже сказал так. Правда, они ходить не смогут. Тогда вот этот дружок в обычный режим станет, чтобы, мало ли, засады не было. А ты, дружок, наверное... Да, ходить он не может. Поможешь ему, будешь стоять здесь. И... Ага. То есть, что, нельзя обойти, что ли? А, вот так. Все, прошу прощения. Это уже укомплектованное. Так, укомплектовали. Здесь у нас яростные химеры со спартанскими гоплитами. И Гераклиды уже с героями Спарты. Это хорошо. Демостары, давай мы тебе чуть-чуть ранг кинем. Что ты здесь умеешь? Боевой пыл, военное хозяйство. Нет, это не надо. Философия, конечно, хорошо. Дальность перемещения. А это шанс успеха в любом действии. То есть авторитет будет расти. Давайте возьмем политику. Да, пусть будет политика. Так, Арсе у нас в осаде, да? А помочь кому-то, интересно, есть кому или нет? Разведочка. Давай-ка ты, наверное, сделаешь диверсию в войсках здесь. Там и так только один генерал, два генерала. Перса. Тебе нужно уничтожать вот этих друзей. Они очень-очень-очень вредят нам. Цель ранена, поражена. Цель поражена, вот она. Ага, повержена. Манипулируем. Так, наш... Не справился, что ли, я так и не понял. Задержан вражеский агент. Вашему агенту не удалось заставить противникам примкнуть к нам. Но зато мы получили ранг. Это полководец. Ага, 6 рвения дали ему. Точнее... Да, 6 рвений же. Правильно? Да, рвения, шестерочку дали. Отличные показатели теперь у него. Это хорошо. Перс, кстати, тоже ранг получила. Ну, еще и змеюку качнем. То есть такая разносторонняя будет. Она какого? 10, да? Нет, 9 еще. Так, ярость Ареса. Сейчас решим, куда тобой пойти. Как только коллеги Ксенофонта заберут город.
армию бессмертных, когти мантикоры. Ну да, то есть там малочисленные войска остались, поэтому идем, убиваем их и разрушаем до основания город. Отлично. Никого мы не потеряли, я так понимаю. Я что-то пропустил этот момент. Возьмем тебе атака ближнего боя копейщиков, коррупция, минус 5, вся фракция. Отлично, по-моему, навык. Он нам пригодится. Дадим тебе еще воина, еще рвение. По-прежнему у меня голоса нету. Я болею, но я думаю, это вам не сильно повредит прохождение моей игры. Построим здесь две агоры. И, наверное, давайте мы так, поля для осмотров, мастерская. Поля, да, мастерскую возведем. Мастерскую можно будет улучшить, чтобы наконец-таки ярость Ареса выковать. Где она, мастерская? Да, мастерская, вот она. А то они вообще без щитков. Так, слонов здесь нет. Наемные индийские боевые слоны, кстати, они провинциальные наемники. Ага. А это какие? Наемники фракции. Ага, то есть в этой провинции можно нанимать слонов. Но их пока здесь нету. Пока нету. Елена. Касургис. Так, это армия. Ага. Давай тогда, Елена, военной разведочкой займешься. Тут у нас Уфурт. Молот Гефеста. Где-то тут, наверное, проиграли бой. Да, если не ошибаюсь, как раз таки возле Бурсиса. Кого можете нанять здесь? Никого, в принципе. Угу. Так, кстати, у нас 40 тысяч уже прирост в заход за год. Заход за год. Ладно, укомплектуем армию. Нет, три хода не надо. Так что вот так вот за два хода. Стойте, пока восстанавливаете свои потери. Так, ты здесь стоишь. Замечательно. То же самое и ты также стоишь. Глашатаи отдыхают, любимцы Бриза, ага, на ускоренный марш. Замечательно. Плывем сюда. Вы, друзья, без ускоренного марша, но догнать не можете, видимо, да? Да, чуть-чуть не хватает нам ходов. Но мы их сейчас, эти оревакские, ага, это волькские. Волькские и оревакские. И пойдем вот этими двумя флотами забирать Таракон, столицу Эдитанов. Ветра спокойно занимаются. Когти гарпии здесь. Убийцы циклопов здесь. Защитничённые головой медузы. Через леса. Или... Не-не-не-не-не. Зачем через леса? Можно, если нормально, по дороге пробежаться. Так. Тут надо бы нам войска восстановить, а то как-то они уж сильно повержены. Ярость Ареса, пламя Гефеста. Возле Тура, да, находится. Убийство манипуляции. Дальность, да, перемещение полководца по карте. Тур. Ага. Сарматские наемные конницы, да. Я думаю, можно их нанять. Раз у нас здесь войска, состоящие из кавалерии. Ну и придется еще... Угу, тут нанять нельзя. Войска нельзя нанять здесь. И две построечки. Одна из них будет такой вещью, вторая будет агора. Галич кельтский все-таки. Кельтская является. А здесь германская. Угу. Кельтская это тоже растет. Ну и греческая. Ладно. Молот Гефеста. Я так понимаю, здесь нечего нам больше делать. Можно выдвигаться дальше с медузами. Да, вперед. Сюда. Давай, ускоренный марш. А, все равно, видимо, потратил все свои ходы каким-то образом. Так, к вам мы вернемся чуть позже. Вы Массалию, да, защищаете? Нужно убить налетчиков этих. Которые тут занимаются поджогом.
в обычном режиме. Да, отлично. И теперь в город Массалию вернемся обратно. Да, все. Замечательно. Массила, гены, ага. Талоса. Это мы вообще где мы? Ага, Массалия. Чуть-чуть северней Таракона. Арсе в блокаде. Арсе. Наверное, захватит. Но здесь есть наши союзники. Они нам помогут. Я так понимаю, что у нас с войском в Арсе. Живут и пляшут. Окей. Так, коллеги, Ксенофон-то уровень получили здесь, в захвате. Матрос, нет, не надо. Солдат, бонус к натиску всех отрядов, плюс 10, только армия. И рвение как полководца. Да, я согласен взять навык солдат. Сыны. Так, я понял, вы тут занимаетесь тем, чем они и должны заниматься. Но не будем вам еще армию набирать, чтобы экономику не портить еще больше. Она у нас и так замечательная. Ну, ладно. Так, тут Блемии. А, на Батея. Прошу прощения, Блемии, думаю. Идем на Пуру. Через БАМ. Я думаю, можно идти. Фрадок, кстати, как тут у вас с довольством? Минус 15. А, ну, полтинник потом, да, спадет. Отлично, по-моему. Слонов бы хотелось бы. А это кто такие? Персидская конница, наемная. Вы ближники, да? У нас 4 отряда. Если 5, ну, пусть будет, ладно, 5. Возьмем наемничков. Вперед. Вот так, тут же нету, да, дороги? Нету. Дорога идет через вот этот город. Или же через вот этот город. Тогда через БАМ. Вперед. И поторопимся. Вот сюда вот. Так, с Майном мы нейтралитет. Персиполь сейчас, ага, слуги Харона тут люлей получили. А, тут же Гармози еще есть, точно, я совсем забыл про этот город. Гармози и Пура — это две столицы. Замечательно. Так, по постройкам быстро пробежаться, чтобы нигде потом не было трущоб. Просмотрим. Карфаген, Камбоспор, Эфиопия, Азия, все хорошо, Македония, Киликия, ага, Саламин, Африка, Эллада, нормально все, Великомидия. Кстати, здесь у нас как-то не очень довольны ребята. Что нам здесь даст? Росзаход и ничего более. А рынок только деньги. Храмы строятся. Храм Зевса пищу требует. Роща нимф тоже. Общественный порядок плюс 4. Вырастет 2. В итоге нестабильность будет падать. Ну и тут все нормально все будет. В общем, не будем здесь ничего делать. Месопотамия. Бетика, Дакия, Фазания. Так, что тут? Еда в нуле, да? Ну ладно, пусть будет в нуле. Парфия, Силизия. Это царские казармы, герои Спарта, царские спартанцы. Окей. Ничего не надо из этого. Персида не надо. Ария. Мы только захватили. Иллирия. Свебия. Все тут замечательно. Массалия тут вечным в провинции, да. Талос еще захватим. Сарматия. Рецинорик. Кармания. Да, все отлично. Это у нас мрамор. Мрамор нам больше ничего не дает. По-моему, я в прошлой серии наткнулся на такой чудесный ресурс, как шкуры, где... Вот сейчас, если найду где-нибудь шкуры. Я забыл, что, какой плюс они дают на шкуры. Так, шкуры. Надо, наверное, обратиться к карте. Вот шкуры. Цидам. Шкуры увеличивают опыт новых лазутчиков. Да. Где у нас есть шкуры помимо Африки?
Так, шкуры здесь. Где-нибудь здесь, может быть, есть. Шелк, вино. Ага, шкуры здесь вот у мдахов. Рукские войска. Опа. Ага, это агент, оказывается. Воитель Нерви. Так, и вот шкуры, да, в Убурсисе как раз таки. А, нет, ну да, кожа, шкуры, это, в принципе, что одно и то же, да, да, совершенно верно. Ты уж перепугался, оливковое масло. Так, все, замечательно. А, с майном. Так, переменчиво. Ну, по-прежнему надежность наша нестабильная. Что же нам сделать? Анарты. Анарты, друзья. Я знаю, Ордей, друзья. Реваки, война. Венеты, с вами скоро война будет. Вы пока живете. Так, май. Мы будем договор о нападении заключать? Не будем. А оборонительный союз? Нет. А протекторатом вы станете? Нет. Ну, а право прохода хотя бы? Нет. Нет, нет, нет. Молю тебя, говори. Хрен с вами, с майном. Придется вас убить. У вас оборонительный союз на Батее. На Батее. У нас военный союзник, да? По идее, он должен пойти на нашу сторону. Как у тебя с майном отношения? 228, а с нами 240. То есть посерьезнее будут. Опасливый, ненадежный. Все понятно. Все, всеми мы походили своими войсками. Завершаем, наверное, ход. Да, я думаю, больше нам нечего тут делать. Письменные захвачены, уничтожены. Новая особенность. Оратор рвения дал Елене, это нашему соглядатую. Одежды прокаженного, шанс скрыть успех в одном действии. То же самое, домочадец появился у Елены. И войска набраны, враг отступает. И войска набраны, я расставляю во фраге. Закончить ход. Ну, посмотрим, что предпримут корнуты. Это, наверное, единственный страшный воин. Анарты наши друзья. Да, друзья, совершенно верно. Нажмем на паузу и продолжим, когда будет что-то интересное. Ну и, в принципе, как я и предполагал, ничего абсолютно серьезного не произошло. Только агентурная сеть и небольшие передвижения врагов в единый кулак. Елена повысила свой ранг, подрывная деятельность в Масале, сплочение рабов, пассив бунтарское настроение. Также еще раз там в Масале, в общем, Масалию пытаются. В Касурбисе налет произошел. В Артакуане поджог, в Масале отравление колодцев, Мефодий, государственная деятельность, вернулся в строй и готов принять команду. Незнатно человек получает пятый ранг еще раз он получает. Ну и быстренько смотрим не получившиеся агентурские действия. Это попытка подрывной деятельности, демонстрации силы. Население несчастно в Арии, недовольно. Почему? Потому что агенты вот такой вот ерундой тут занимаются. Минус 53, ну плюс 28. Правильно, минус 53 это потому что мы только что разрушили город и так далее. Население увлечено в Боспоре, ободрено. В Лузитании новый домочадец в резерв уходит. Нарушитель, Дахи, нарушитель. Эта фракция без разрешения ввела войска на территорию наших земель. Где войска? Вот это агент что ли? Есть войска, да, видимо так. Строительство было завершено. Сейчас быстренько посмотрим те, которые вещи. Это во Фраде, да? Угу. Давайте здесь сразу алтарь Зевса устроим. Также алтарь Зевса Мцхети был и в Эборе. Ой-ой-ой. Да, Эбора. Так, пища 0, да? Минус 4 даст. Но зато... Общественный подарок, защита был выдан. Подожди, я не понял. Общественная защита от агента, ранг всех копий. А, это храм Ареса, я перепутал. Ранг всех копейщиков, новобранцев и общественный подарок. Нет, не будем здесь делать это все. Мы лучше храм Ареса перестроим в храм Волтай Посейдона, да.
Здесь также построим вот эту вещь. И железо улучшим еще на один, наверное, уровень. Пища минус 4, общественный порядок. Ладно, оставим как есть. Мацхета в алтарь Зевса был сделан. Вот его мы апнем. Культурное влияние нам увеличит. Да, совершенно верно. Пищи тут достаточно. Порядок здесь хороший. Золото увеличивает рост заход, возможность найма армии, эдикт о налогах, эдикт стимуляции торговли. В принципе, ничего интересного. Усадьбу в Нумации мы, по-моему, улучшили. Нет, нет, не улучшили. Надо улучшить помоечки. Тут, да, царские казармы. Это в Карфагенике. Оставим как есть. Рацил не относится к Карфагенике, поэтому смысла здесь что-то делать больше не имеет. Железо. Это мы сделали. Ольвия и Тур. Да, все замечательно. Особенность персонажа. Ух ты, сколько много зануд. Разведчик почтительный. Эфемий. Это полководец, да? Что дает этот ранг почтительного? Культурное влияние. Эдикт, хлеба и зрелищ, прибыль от торговых и хитрости, и все нормально. И очарованный чужаками акцест. Наш генерал. Боевой дух всех отрядов, поклонник варваров, очарованный чужаками, прибыль от торговых соглашений и авторитет. Моя мать любила меня, наверное. Авторитет минус один. Типа маменькиного сыночка, что ли, или как-то так. Блин, гоняться за ними вообще нет никакого резона. Идем на таракон. На блокаду. И вы нам в этом поможете. Сюда вот. Да, так и останется все. Отчет хозяйственной деятельности. Очень много юнитов мы наняли. Попытка диверсии в Массале не получилась. Как же эту Массалию просто со всех сторон пытаются уничтожить. Там военное присутствие. Так-то так. Все равно все довольны. Беспорядки среди рабов плюс 55. Ну, как-то я смотрю, это не особо влияет на это. Почему постройки не идут? Не могу вот этого понять. Поджог, наверное, то, что жгут все эти вещи. И мы сразу же их ремонтируем. Наверное, так. Не ясно. Очень много агентов здесь, конечно. Вот, допустим, наш герой. Ты кто? Тоже герой. Шпион. Наемное убийство, резня, меткая стрельба или поединок. 66. Вот давай резню устроим. Упущена возможность, из поражения извлекли урок. Это уже хуже. Ну ладно, постараемся их тут разбить. Больше мы не... Ага, можем, кстати, соглядатаев нанять. Поджог, урон, культурное влияние, доход культуры, общественный порядок. Наймем одного соглядатая. Ну, пока сделать ничего не может. Ладно, пусть здесь живет. Ну и, наверное, давайте сразу же второго наймем. Пусть будет. Военная разведка, шанс на успех у вражеских агентов минус 3. Это действие и шанс на нужение скрытых отрядов. А ты поджог... Манипуляция будет нормально. Все, сделаем два агента. Леда, продолжай. Монс Регус, наверное, трои колодцы, 95% там шанс. Отлично. Верса, тебе нужно уничтожать вот этих всех. Это сановник, воин. И соглядатый, вот тебя нужно как-то попытаться убить. Цель ранена. Удар в спину. Получше шанс его убить. Противник ранен. Удар в спину. Жалко, что не убит.
Вы занимаетесь своим делом, вы тоже. Вы проплыли. Ветра Урана отдыхают. Когти Гарпии. Тут у вас агент повысил свой ранг. Эдит Хлебозрелищ. Рос-заход. Нет, это нам не надо. Это тоже. Гражданское хозяйство, убийство. Философия войны. Усиление конфликта культур. Страф за чужую культуру плюс 30. Это действие. Но это конфликты культур делают. Это пропаганду, видимо, когда будем нести. Провокатор. Давай, дальность перемещения на карте. Лучше. Тебе можно, кстати, вот такого. Дядьку дать еще. Дядьку и тетьку. Идем вот сюда вот. И не можем мы здесь построить режим укрепления, ну ничего страшного. Я думаю, вы, могут и не справиться с такой, с таким количеством-то армии. Может быть, придется и отступить. Так, продолжаем движение. Для начала пламя Гефеста вперед. Отлично. Ну и вы, друзья, поможете нам. Так, в лесу там холодно, будут умирать. А вот здесь можно и постоять. Да, со следующего хода будет захват. Что сделали вот эти вот дрангианы? Значит, понятное дело, они ярость Ареса попытались что-то сделать ему тремя агентами. Возможно, что-то у них даже и получилось. И вернули свои войска в Гармозию. Здесь же, наоборот, агенты сарматов. Сарматы же, да? Насколько я знаю. Сагарты. Они пытались в Артакане там что-то там навести порядки какие-то свои. Нам же нужно идти вот, наверное, это на Батея, наш союз. Нет, другие, да. Вот этих ребят уничтожить. Хотя мне здесь не надо, чтобы было на Батея. Пускай они их захватывают, мы же пойдем в свою очередь на Бактру. На Бактру через вот эти леса по вот этой дороге. Войско восстановится, да, можно будет вот здесь постоять. Подождем здесь ход. Хотя, что ждать? Нет. Ранг вот этого парня. Манипуляция, хитрость, авторитет. Это знатный человек, да? Культурная пропаганда, насаждение культуры. Отлично, это действие. Входим в земли. Да, уходим. Писсена или же... Нет, сначала Бактур, да, нужно взять. А потом уже... Так, ну а вам в атаку для начала на вот... Ага, мы ходить не можем, твою мать. Да, насколько я знаю, не можем же ходить. Нет, можем. Уничтожаем войско. Здесь войско и... Камнерубы, и армия гарнизона, и стража, и избранники Иштар. Все они будут сейчас участвовать в бою. Нам их нужно уничтожить. Мы будем сражаться за стенами. 2250 солдат против где-то в районе 5000, ну 4800. Идем в атаку. У нас есть катапульт, у нас есть спартанские гоплиты. Есть герой Спарты. Так что я думаю... Бой будет легкий. Ну, хотя все это так. На первый взгляд. Но это ярость Ареса, не проигравшего ни одного боя. И его достойнейший соперник в многочисленном преимуществе по числу будет пытаться все-таки убить нас. Итак, погодные условия, сухая погода, начинаем развертывание. Ну и у нас, я бы сказал, нужно иметь оборонительный рубеж какой-то для всего этого. Пойдут войска однозначно, наверное, отсюда, мы здесь вот на горе, наверное, расположимся. Катапульты поставим так, на краю карты, да, для того, чтобы нас не зашли, как обычно, во фланги и так далее. Даже, наверное, вот так вот.
Это ж им абсолютно никак не мешает стрелять. Да, совершенно верно. Лучники прикроют здесь. Давайте так, три отряда. Нет, три отряда станут вот так. Три отряда станут вот так. Фалангу. Не пропустим. Так, ну а три отряда давайте пока вот здесь. Также в фалангу. Если что, потом развернем. Генерал. Вот здесь вот. Вы вот здесь. Вы вот здесь. Так, у нас конница. Конница, это, конечно же, активные юниты. Давайте так, Ctrl-1. Вы Ctrl-2. Чтобы, если что, ничего не произошло. Взрывной снаряд, да? Взрывной снаряд. Начинаем битву, нас пока не видит. Мы видим врага. Врага мы видим очень далеко. Откуда пойдет подкрепление? Вопрос. К ним подходят свежие силы. Во-первых, с воды. Это небольшая армия. Это кто? Нет, это все-таки транспортные. Да, грузовые суда, это вторая армия в помощи. И одна армия с юга. Пикинеры, ну и немного кавалерии. Вопрос, где воины, которые называются армией гарнизона. Ладно, пока все идут тихенько. Наемная персидская конница. И конные застрельщики. Вот такие мамелюки идут на нас. Бородатые дядьки и не очень бородатые. Так, тут у нас восточные прачники, но они быстро отъедут. Давайте ускорим время передвижения. Расставим войска так. И ты, дружок, наверное, вот здесь вот станешь, да. Но катапульты придется вам, наверное, вот так вот перестроиться. Ровно так же, как и лучникам. Режим пристрелки убрать. Так, кавалерия. Давайте разобьем, наверное, первые эти отряды, которые бегут здесь двумя своими армиями кавалерии, чтоб их и не было. Пока оставшиеся подходят, ну, по крайней мере, точно сможем наемную персидскую конницу разбить, но она с копьями. Ведь действительно так. Так, ну у нас есть тоже наемная персидская конница. Один в один отряд. Бонус против всадников 10. А у нас бонус против пехот. Ясно. Так, пока никого не видим. Тут вроде как гора, да? Сейчас будем заходить их в тыл. Ну, подсвети нам. Вижен дай. Нас видит, мы их не видим. Что за бред? Ух ты. Как же это все эпично выглядит, когда корабли двигаются. Вот она. Армия врага. Разбираем их сразу. В частности, прачников. Но вот пикинеров нужно отойти. А то нас разобьют. Так, это конных застрельщиков мы бьем. ХП нам не проели, да? Разбиваем. Есть напор. Citizen,
заходим сюда. Эти сюда, ребятки. Пошла война. Так, проседают. Проседают войска. Помочь. В затяжном бою они похуже будут. Ну, в плане наемной персидской конницы, насколько я знаю. Я вроде читал об этом. Хотя, может быть, и не про них. Есть под клин. Нет, клина нету. Так, разбили мы. Да, колеблются. Ну, убегайте уже. Так, вы, ребятки, отходим. Давайте так, наверное. Эти сюда, эти сюда. Сейчас их пробежимся через строй пикинеров. Восстановим силы. Так, высадились. Войска, сейчас мы с тыла. И с фронта. Сминаем врага. Да. Чаржем. Всех убить. 39, 37, 32. И уничтожены. Замечательно. Так, смотрим на врага, что мы имеем. Легкие пельтасты. Копейщики, щитоносцы. Здесь мечники в тораксах. Да, вот он. Вот он фланг, который нужно разбить. Так, я не понимаю, почему он не двигается на нас в атаку. Он же видит нас, да? Ну, по-любому видит. Нет, потихонечку все-таки двигается. Теперь опять-таки ускоряем. Тронулся. Отлично. Так, потеряли немного. Сколько вы? 38, 56, 51, 39, 52. Ну, это серьезного военачальника свергли, убили. Так, здесь мечники в тораксах. Кто ваш военачальник? Конные застрельщики. Какие же вы теперь конные? Это уже не конные застрельщики. Кстати, вы же тоже высадились. Как вы смогли лошадей найти? Я что-то не понял. Ладно, плевать. Подходим чуть ближе. Легкие пельтасты. Медийская конница. Ну, вот она, конница, да? Теперь она пехотная. Так, давайте так. Ctrl-G. И чуть-чуть вот здесь вот, наверное, станем. Вот таким кулаком. Хотя, может быть, не стоит. Нет, стоит, наверное, все-таки. Вот сюда вот станем. Передвигаемся, потому что долго это все будет происходить. Они в любом случае... Так. Бегом. Нет, это... Не-не-не, стоять. На нас двинулись. Значит... Двигаемся обратно. Угу. Вот так вот. Да, совершенно верно. Встали. Загораем. Так, ну что, попробуем разбить сейчас. Так, спешиться не нужно. Есть у вас клин, да? Давайте ромбом построимся. Вы, ребятки, в напор идете. Так. Скорость снижена. Разбираем мечников в тораксах. Пока они отстали. Почему конные застрельщики не выходят, непонятно. Надо в спину дать просраться. Напор. Ага, все, защита. Ух, напорчик. Разбираем их. Блин, нет. Вот это вот, конечно, зря я, наверное, сделал, что рядом с застрельщиками начал воевать. Отводим войска. А,
А то мы сейчас потеряем еще оставшуюся армию. Не очень много мы убили, но зато мечники в Торексах не будут воевать. Катапульты не начали еще стрелять? Радиус поражения. Ух ты, какой маленький. Относительно маленький. Ладно. Так. Что у нас здесь? Истощены. На ускоренном марше. Отходим. Уставшие, истощены. Все, хорошо. Так, построились ромбом. Обратно. И еще один чардж. Понимаю, вы уставшие и деморализованы еще. Понесли потери. Вперед. Сбить строй. Защита, да, стена щитов, прочность брони, концентрация, крепость, блин, скорость ограничена. Пофиг. Заходим в тылы. В тылы, в тылы, в тылы. Надо сделать. Сейчас завяжем бой. А, с тыла прочарджим их. Не очень быстрая кавалерия. У нас получается. Не-не-не-не-не. Проходим, проходим. Просто деморализовать. Сейчас стена щитов у них стоит. Давайте. Со спины. Вы, друзья, то же самое. Со спины. Вы вот здесь вот. Отлично, отлично, отлично. Разбиваем. Все, теперь они уже сейчас будут разбираться. Со всех сторон. И в чардж. Отлично. Сейчас мы их тут разрежем. Ну, и наши тоже. Кавалерия очень сильно проседает. Все, уводим это все дело. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, стоп! Так, это у нас третий отряд. Так, разбегаются, высока, разбегаемся. Какие же все-таки злостные эти ребята в стене щитов на самом деле. Не так уж просто их разбить. Все, нам наши нужно... Наши бегут с поля боя! Нужны... Какой позор! Нужна еще кавалерия. Так, они станут теперь одним целым. Возвращаются они домой, чтобы уничтожить застрельщиков, которые будут идти. Ну что, первый залп по катапульт. Пошли. Снаряды. Да, вот они. По всадникам-застрельщикам. Медийская конница встречает удары катапульты. Так, вы, друзья, давайте здесь вот отдохнете. Нам нужны потом будете вы еще. За нами, кстати, погоня, да? Да. Ладно, плевать. Кавалерия умирает не только в авторасчете, но также и... И в режиме ручного управления. Так, 38, поровну. Есть контакт. 39, 45, вырвалась одна вперед. Дальность 4, сторон 21. По пехоте. Пикинеры, мечники. Разбить два отряда. Так, теперь, наверное, вы здесь постреляете. 118, а вы вот здесь постреляете.
Надо дать им урон всех отрядов по чуть-чуть. Для того, чтобы потом было проще обороняться. Так, фаланга стоит, да, стоит. Генерал. Вот так. Постой. Постройся. Ты, дружок, вот так постройся. Все, отлично. Так, а вы в фаланге все стоите? Нет. Следовательно. Быстренько построился в фалангу. Все. Так, катапульты. Продолжаем. Расстрел. Так, нас здесь не видят, да? Прячемся пока за домами. Медийская конница, конные застрельщики, толпа. Вот она уже и гарнизонка. Так, пошла. Расстрел всадников-застрельщиков. Я думаю, они здесь даже не смогут ничего сделать. Отлично, лучники справились. И так же самое нужно вот эту вот медийскую конницу убить. Но она на фаланге наткнется, да? Да, наткнулись на фаланге, все, там не пройти. Так, давайте так. Стоп. И стрелять теперь куда угодно. Стреляйте уже сами. Я думаю, нужно приказать стрелять куда-нибудь. Где тут посерьезнее, ребята. Копейщики, щитоносцы, лучники. Копейщики, щитоносцы, щитоносцы. Толпа. Нет, 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 нет. Зачем? Зря я, наверное, катапультом приказал это делать. Лучше сам. Помещникам. Пикинеры вторгся не особо страшно. Так, отлично. Медийская конница домой. Ага, все, пошли под залп. Попали. Лучники. Медийскую конницу убить, чтобы не подошли они. Еще один залп. Так, все. Эти ребятки домой. Теперь по пикинерам. По пикинерам. Пробиваем им ХП. Дальше фаланги справятся. Так, вот здесь нас обходит. Это кто такие? Медийская конница, да? Наши бегут с поля боя. Ой-ой-ой. Кавалерия. Я... Да, 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 да. Я такой. Я умею потерять войска. Все, отлично. Нашего военачальника напали. Стреляем, стреляем, лучники, стреляем. Кавалерию бросали. Так, пока все нормально. Разогнать, все правильно. Хотя бы разогнать. Строй. Отлично. Так, вот они, бегут. Убить их. Баллиста. Стреляй. Так, вы все. Угу. Воюйте.
Наши бегут с поля боя! Какой позор! Никаких бегут. Так, кто под обстрелом? Вот вы, ребятки, да? Отлично, отлично, отлично. Воюем. Вот нас уже расстреливают. Бегом. И туда. Лучники. Добьете вы, нет, конницу эту. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все нормально, живем. Разбить застрельщиков, чтобы они не трогали нас. Арчер, добейте вы эту конницу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, генерал. Давай, воодушеви всех. Боевой клич. Воодушевление. Добить эту кавалерию-то, господи. Ну сколько можно, там 12 всего лишь их осталось. На ножи. Вот так, вот так. Отлично, отлично, все. Сбили. Помогаем. Заходим. Разбиты. В помощь. Давайте огненным залпом, пламенным выстрелом. По морали. Ты, друг, по морали сюда. Ты, дружок, по морали вот сюда. То же самое, огненным выстрелом. Отлично. Наша мораль сильнее вражеской. Это однозначно так. И все, можно тут уже G писать врагу. Все, они все колеблются, сейчас разбегутся. Так, серьезно пострадал. Вперед. Назад. Вражеский военачальник убит. Замечательно, но мы сейчас потеряем спартанского гоплита отряд. Это плохо. Назад. Все, деморализованы. Так, с натиском справились. Третий отряд. Давайте вот сюда вот. Начиная с генерала. Лучники. Вот сюда вот. И ускоряем. Выдвигаемся. К врагам. Так, вы, ребятки, давайте так, фалангу убрать. Ты тоже не в фаланге. Все, замечательно. Генерал быстрее всех бежит. Совсем ополоумил, что ли. Третий. Сохранить формацию. Ой-ой-ой. Отставить. Третий отряд, да, плюс вот этот отряд становится одним отрядом, и они сохраняют формацию. Да, совершенно верно, вот таким образом двигаются вот сюда. Так, все подустали, да? Ну, я понял, что вы истощены, уставшие и так далее, но мы сейчас восстановим свои силы, соберемся и штурманем еще армию последнюю, уже оставшиеся в живых. Потеряли мы конницу, потеряли баллисты. Но зато уничтожили врага практически целиком и полностью. Тут по-прежнему конные застрельщики.
Мечники в тораксах, это серьезно. Они свежие, не воевавшие, то есть у них броня, жизнь, все целиком и полностью. Наши же наоборот, немного просели в боях с врагом. Выстроились. Так, теперь небольшая рокировочка. Это защитные войска для наших лучников. Так, все, отлично, генерал. Угу. Сохраняем. И двигаемся. Потихонечку вперед. Так, нам нужно отдохнуть. А то мы истощены. Да, надо отдохнуть. Стоим, ждем, мы в обороне. В принципе, время играет на нас. Нам торопиться некуда. Персидские лучники. Легкие пельтасты, восточные пращники. Левый фланг весь состоит из стрелковых практически юнитов. Точно так же, как и правый. Очень мало атакующей пехоты, она вот только подходит еще. То есть здесь вариант такой: не стоять в обороне, а идти в атаку. Только так мы сможем здесь справиться, иначе нас застреляют. Застреляют с луков, уничтожат и все. Ну, для начала нам нужно отдохнуть. Активные, очень уставшие, свежие, тверды понесли потери. Но по-прежнему мораль еще в порядке. Лучникам закончить стрелять с пламенного выстрела, он нам понадобится потом. Угу. Сколько у нас атакующих? Раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов. Да, не густо. Ждем. Свежие, измотанные, активные. 197, 253, 126, 197, 142, 199, 92. Лучники не очень много, а вот этот парень нормально настрелял. Генерал 131, Никон. И вы 139. То есть каждый смог убить хотя бы одного солдата. Вот этот по показателям хуже всех отвоевал, но, видимо, он держал строй. Так, ну что, они будут идти вперед или же атаковать придется нам? Стена щитов. Да-да-да. Ушли в леса и тут же вышли из леса. Так. Три отряда мечников в тораксах. Один отряд копеносцев, копейщиков-щитоносцев. Два отряда копейщиков-щитоносцев. То есть вот это, конечно, не очень хорошо. Нам нужно этих лучников пытаться как-то расстрелять, убить, уничтожить. Но их очень много. Да, очень много. Так, вроде он сейчас воссоединил оставшиеся армии. Ну и одна армия тут застряла на корабле, видимо. Что-то ей не хочется вылазить, нету лошадей. И конные защитники, не, мы не пойдем. То есть они, видимо, так думают. Ну что, двинешься ты вперед? Давай мы чуть-чуть подойдем. У нас все уже свежие, да? Да, все отдохнули. Все готовы к бою. Идем вперед. Как раз таки вот эти три отряда. Мы их сейчас выделим в отдельную группу. Да, они будут заходить вот отсюда вот. Нам нужно будет разбивать с фланга армию врага. Так, остальные ребятки, мы выделим вас во вторую группу, чтобы вот так вот делать. Чуть-чуть растянем фланги. А лучники будут у нас в третьей группе. Третья группа. Да. А, вы, ребятка, в первой группе. Да, все, нормально. Текс. Ага, двинулись. Нет? Да? Эти отходят на пляж. Мораль снижена. Потрясение.
Так, все, тут все нормально, спокойно. По нам стреляют уже? Да, стреляют, отходим. Отходим, а то нас затыкают тут. Лучнички. Чуть-чуть ближе. Иначе нас тоже здесь застреляют. Разброд шатания в войсках. Ладно, я думаю, нужно пойти вперед. Причем бегом. И там будь что будет. Вы, ребята, вот здесь. Вы, ребята, в атаку. Деморализованы. Так, второй отряд. Генерал. Где наш генерал? Вот он. Дает мораль. Второе дыхание. Устрашение. Воодушевление. Лучники все делают хорошо. Вам в атаку. Пробираемся. Разбиваем. Так, копейщики щитоносцы заходят на свой фланг. Нужно их законтролить. Все лучники стреляют сюда. Помогаем. Помогаем нашим войскам. Далеко их отвел. Черт побери. Вперед, вперед, вперед. Контролят генерала. Очень сильно проседают войска наши. Очень сильно. За счет расстрелов. Так, наши лучники отлично законтролили одну армию. Сразу же контролим другую. Все, больше с фланга не стреляют. Вы тут же на этот фланг переходите. Не успеваете. Печалька. Наш военачальник погиб. Военачальник погиб. Плохо. Тут справимся. Гоняем их теперь туда. Так, это кто? Убить. Мой начальник погиб. Тут мечники в Торксах еще живы. Наши бегут с поля боя. Назад, назад, какой? Это, неужели это будет первое поражение ярости Ареса? Собрались. Кулак в единую волю. Фаланги нету, нету фаланги. Блин, генерал погиб из-за этого. Наши деморали. Бегут с поля боя. Просто какой ужасно. Позор. Да, разбили нас. Я же говорил, что со стрелками будет очень печально. Наши бегут с поля боя. Пельтасты. Какой позор. Но на самом деле битва. Так, потери 2000, убито 3000. В полтора раза. Обидное поражение, конечно, очень обидное. Осталось-то, в принципе, у них 1500 солдат. Это, вот, допустим, в этой армии, там где-то в районе, там, может быть, 800 только живых осталось. Колоссальное количество народа погубили, но кавалерия, конечно, да, не сыграла почему-то в этом бою. Я как-то ее всю разобрал. Так, назад отходим сейчас мы. Раз отряд, два отряд и три отряда лучников. Все наши царские, спартанские гоплиты. Ну, плюс она была не вооруженной армией. То есть у нас не было щитов и всего вот этого. Так, тут же нас полководец. Как? Чё? Какой 9-й легион? Вы что, государственный деятель? Издеваетесь, что ли? Как тебя? Мефодий зовут? Мефодий. На ускоренный марш и в бам залечивать раны. Ну, какие они избранники эти, Иштар. Так, теперь быстренько нам нужно найти провинцию, в которой есть казармы гоплитов. 5 ходов. Ужас. Долго. Долго. 3 хода. Мастерская. Перестает. 5 ходов. Угу. Окей. Коллеги Ксенофонта. Вы тут серебряные, да, ребята? Ладно. Орлы Зевса. В обороне Массалии, да, стоят, насколько я знаю. Да. Пусть стоят. Гераклиды. Гераклиды. Герои Спарты. А где царские спартанцы? Я не понял.
Мы же можем их делать. Ладно, плевать. Идем на гены. Ну что за бред? Авторасчет штурма. Я в плане того, что бред там взял и спустился на воду. Зачем это было делать? Я не понимаю. Берем геную. Нет, отставить. Химеры. Сюда, вы, сюда. Изи ин де порт. Тут же мы сейчас берем. Харизма не надо, выстрелов не надо. Защита ближнего боя всех греческих отрядов тоже. Атака ближнего боя. Стоимость набора. Пленники, захваченные в бою. Авторитет. Давай атаку ближнего боя дадим тебе и воина. Так, а ты? Ты ничего не сделал. Ага. Так, ходов нет. У тебя тоже, да? Сейчас на медлан сразу пойдем. Тут же Геную мы перестраиваем. Перестраиваем. Так, кто остался? Остались слуги Харона. Ага, Елена. Елена ранг получила. Агент. Нормально. А, шанс крита. Хитрость. Восстанавливаем здесь армию, да. Молот и Гефест. Так, все у нас все, по-моему. Орлы Зевса, это да. А, тут тоже все. Да, все везде. И всюду. Ярость Ареса, первое свое поражение. Блин, обидно-то. До боли просто. Попытка, тайный агент раскрыт. Очень новая особенность. Жестокий Афанасий полководец. Захвачено поселение, уничтожено. Геную взяли. Что у нас тут есть? В целях еще у нас 119, 140, 20 провинций. И Персида нужна. Персида, нам нужны Сузы. Ну что, на этом серию закончим. Печалька, конечно, что мы просрали первый бой. Но ярость Ареса не была целиком уничтожена. Сейчас наберутся силы и вернутся в бой. Мефодий. Мастера отражать натиск. Дисциплина. Образец. Второе дыхание. Боевой ключ. Устрашение. Навыки. 3-4-7 рвения. Страх на группу. Да. Плюс мы под ударом агентов были перед боем. Но потеряли, конечно, немало. Те же самые камнерубы, стража, избранники и Иштар. Да и гарнизонная армия там, ай-яй-яй, наваляли им. Но неким бить, неким теперь бить. Если только слуги Харона, наверное, нам помогут с еще хода еще. Давайте мы... ну они наймом занимаются. Да. Серию закончим. Продолжим уже следующий. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. И удачи. До новых встреч.